Здравствуйте! Вы на канале «Быстрая кухня». Сегодня готовим необыкновенно вкусный, очень легкий и быстрый в приготовлении десерт. На его приготовление уходит не больше 15 минут со всей подготовкой. Готовить можно из любых ягод по сезону, а также фрукты подойдут, шоколад, печенье. Нам понадобятся сливки, лимон и сгущенное молоко. Цедру с лимона я снимаю, конечно же, его хорошо вымыть нужно. Также я буду использовать мяту. У меня из ягод сегодня голубика. Также я возьму орешки кедровые и шоколадные капли. Орешки можно использовать любые. Фрукты у меня сегодня нектарин. Он не сладкий, но это даже хорошо, потому что десерт будет сладким. Сгущенное молоко, я его взяла 350 грамм, добавляю 100 миллилитров жирных 35% сливок. И мне понадобится 70 миллилитров лимонного сока. Остается все это пробить блендером или миксером до образования пышной массы. На это уйдет примерно 3-5 минут. Зависит от мощности вашего миксера. Такая пышная получается пена, она очень вкусная. Эту массу можно использовать не только в десерте, но и также прослоить пирожные или торты, нафаршировать заварные, а можно просто есть ложкой, это очень-очень вкусно. Я буду использовать вот такие креманки по 250 грамм. Это количество на 4 креманки рассчитано, или на 5, зависит от того, сколько вы будете добавлять наполнения. Часть я отсаживаю в кулинарный мешок, но можно, конечно, это все делать и ложкой, просто накладывать слоями. Добавлю орешки, ягоды в часть крема и буду раскладывать по креманкам. Здесь фантазия не ограничена, как нравится, так и составляйте свою композицию этого десерта. Готовить его можно заранее. Если вы готовите на какой-то праздник, то приготовьте его за день, за два. Он отлично будет стоять. А также можно замораживать. Будет как мороженое. Это просто волшебное лакомство, которое обязательно стоит попробовать. Уверена, что сладкоежки точно оценят этот рецепт. А если вы любите менее сладкое, тогда добавьте больше сливок вместо 100-150 грамм. И, конечно же, больше фруктов. А я на этом с вами сегодня прощаюсь. Спасибо, что были со мной. До новой встречи!